Адлин, есть новости? К сожалению. Мы пытались пробить ее телефон по геолокации. Бесполезно. Видать, телефон отобрали, батарею вытащили. Тебе кто-то звонил? Нет. Моя девочка. Если с ней что-нибудь случится... Не случится, я ее найду. Найди. Очень тебя прошу, Адлет, найди ее. Она мое все. И... Азиз, постарайся вспомнить. Может, что-то странное было за последнее время. Может, кто-то крутился около Левы или возле дома. Да нет, ничего такого. Хотя, постой. Перед тем, как пойти к тебе на свидание, Лейла забегала. Ну, знаешь, девчонки, что-то колдовала с прической. И на улице стояла какая-то машина. Цвет, марка, номер машины? Темно-синяя. Мерседес. Большой такой, кабан. Номер не видел. А почему обратил внимание? Здесь обычно свои паркуются. А эту видел в первый раз. Так, ну... Про машину я постараюсь что-нибудь узнать. Может, просто стояла, может и нет. У меня в голове не укладывается, что Каримов осмелок. А с чего ты это взял? Ну так, Лейлу похитили по его приказу. И эти гады требовали, чтоб ты его выпустил. Ну знай, если с Лейлой что-нибудь случится, я этого гада из тюрьмы достану. И зарежу. Ай, такой хороший парень на первый взгляд, да? Поверить не могу. Столько лет вместе служим, а? И эта скотина всю дорогу мне лапшу на уши вешает. Да не тебе же одному. Всем вешал. Ты перед носом. Артист. Артист. Оборотень поганый он. Чтоб он сдох, скотина. Кому смерти желаем? Кому? Каримову, конечно. Хочу, чтобы он на зоне гнил. Мало хотеть, мало. Лейлу нужно спасать. Пока никаких зацепок. У меня кое-что есть. В общем, Азиз сказал, что накануне похищения видел автомобиль. Темно-синий Мерседес, 140-й кабан. Санджар, машина на тебе. Поспрашивай, ну, может, кто-нибудь что-нибудь видел. Хорошо, понял. Таких машин мало. Может, что-нибудь узнаю. Валик. Да? Подними все дела на этого Каримова. Важна любая деталь, любая. Я хочу все о нем знать. Понял. Так, попутно мониторим экстренные службы. Ну, чем черт не шутит? Вдруг Лейла на связь выйдет. Сделаем. Ну, все. Так, а нет, еще. Я пойду попробую рассказать Каримова. Может, что-нибудь расскажет. Ну все, мужики, за работу. Да. Что-то хотел сказать? Да. Адлет, если мы Лейлу за эти сутки не найдем, ты Каримова отпустишь? Я хочу, чтобы ты знал. Мы так все думаем. Если ты его отпустишь, мы поймем. Спасибо, мужики. Давай с ним. Шеф, сіз бәрін анықтадыңыз ғой, ну, вы же выяснили, что я не виноват. Шеф, пожалуйста, поверьте мне, я не виноват. Тогда как ты объяснишь, что Лейлу похитили и хотят обменять ее на тебя? Подождите, как похитили? Клянусь, это не я, шеф, клянусь. Ну меня же явно подставляют. Это настоящий осьминог сделал. Поверьте мне, пожалуйста, шеф. Ну хочу я тебе поверить, хочу. Да не могу. Чувствуешь, вот что-то ты не договариваешь. Я вам клянусь, правду говорю, шеф. Блин, ну... если ее похитили, ну отпустите меня. Давайте вместе разберемся, вывезем ее из города. Не могу я тебя отпустить.
Но не могу. Пока не могу. Да. И? Это все? Принято. Что, Каримов? Что-что? Молчит он. Все отрицает. Ну, на его месте я бы вел себя так же. Ну да. По машине что? Пока глухо. Никто такой машины не видел. Я дал запрос в дорожную полицию. Подняли камеры видеонаблюдения. Все видео. Ни по одной из трасс из города такая машина не выезжала. Ни марка, ни цвет. Так, значит что? Значит, либо они ехали проселками, либо похитители и Лейла здесь, в городе. Также я дал запрос по всем автовладельцам. Ага. Ну, подобных автомобилей в Каратубе. Оказалось, их не так уж и мало. Чтобы всех проверить, уйдет уйма времени. Да нету у нас этого времени. Нету. Что по Каримову? Перекопал все, что мог. В прошлом никаких зацепок. Да, и прошлого там кот наплакал. Давай поподробнее. Сирота. Воспитывался в детском доме, тогда еще в Акмале. Так. А биологические родители, данные есть? Нет. Нашу восьминожку подкинули еще в младенчестве на крыльцо роддома. Ну что, воспитанником был прилежным. После того, как выпустился из детдома, поступил в Академию МВД. Закончил с отличием. Ну, потом к нам в Каратубе. И что, все? Все. Да что, и тут пусто, что ли? Что с ордером? На обыск квартиры Каримова взял? А, да, да, да. Есть? Ордер у меня, да. Все в лучшем виде. Поехали тогда. Да, поехали. Пусто! Я обшарил ванную и кухню. Ничего. Да уж. Не, ну это понятно же. Ну не может преступник масштаба осьминога дом улики оставлять. Он знал, паразит, что мы придем и будем искать. Да. Ну или мы не можем ничего найти, потому что Каримов не осьминог. И чё, сворачиваемся? Да похоже на то. Улитки у осьминога. Ты что, ешь, что ли? Санжар. Что? Опа. Что там? Фотография. Каримов? Похож. Угу.
жену семейные фото. Так, а теперь вопрос. Откуда у сироты подкидыш семейные фото? Зачем он их прячет? Я говорил. Он оборотень. Да подожди ты. Ответы на эти вопросы нужно искать в детском доме. Полковник Мырза, қалайсыз? Провинцияда қызмет еткен қалай екен? Әлде сізді қайта ауыстырайын деп жатыр ма? Жоқ, ондай шешім әзірге жоқ. Өздерің қалайсыңдар? Сағынып жүрміз. Жана бастық. Еще тот козел. Так что сізді асыға күтіп жүрміз. Сіз ол жақта бір подвиг жасасаңыз, сонда тезірек қайтарар еді. Егер көмектессең, жасауым мүмкін. Уақытың бар ма? Сіз үшін табам ғой. Есіуім керек. Балалар үйіне барып, бір выпускниктің жеке деласын қарап шығу керек. Түсіндім. Не іздеуім керек? Кез келген подделканы. Хорошо. Подробно расскажете мне? Айтайын. Тыңда. Не рыпайся! Чаю хотите? Нет, спасибо. Я бы сразу к делу перешел. Ну, к делу так к делу. По телефону вы хотели поговорить о Жахане Каримове? Да, он же у вас воспитывался. Да, я помню его. С первого по последний день. Хороший был такой мальчик, знаете, добрый, послушный. Что с ним было дальше? К сожалению, после выпуска связь с ним прервалась. У него могли быть родственники? Знаете, его подбросили к нам на крыльцо буквально младенцем, и за то время, которое он находился у нас, никто из родственников не появлялся. А почему вы интересуетесь? Он что, натворил что-то? Возможно, да. А возможно и нет. Где его личное дело? Вы приготовили? Да. Сразу после вашего звонка. Странно. Как будто написано одной ручкой. И одним почерком. Ничего странного. Все бумаги заполняю я, а ручки просто похожи. А, ну понятно. А ведь это подделка. Что вы такое говорите? Смотрите. Это бланк о принятии ребенка. В детдом. По фамилии Каримов. Здесь есть печать, подпись и дата. Дата принятия 1997 год. Ну, все правильно, 25 лет назад. Да, но видите,
На бланке есть отметка, когда она была напечатана в типографии. 2007 год. Это справка из будущего? Может быть, в типографии опечатались, или бланк пришел в негодность, и я его переписал через 10 лет. Возможно. Возможно. Все возможно. А как вы думаете, если я заберу это дело и отнесу на экспертизу? И экспертиза сделает вывод, что это дело сфабриковано, и все справки, характеристики и бланки сделаны в один временной промежуток, чего просто не может быть. Ну, что, будем говорить? Или подождем экспертизу? Не надо никакой экспертизы. Я все расскажу. Десапаров. Отошел, сказал, какого-то звонка важного из столицы ждет. Отлично. Потому что я хочу с вами о нем поговорить. В плане чего? В плане того, что ведь мы же все понимаем, что он к Лейле очень неравнодушен. Ну, это да. Ну. А похитители требуют выпустить Каримова в обмен на нее. И время идет. И если его совсем не останется, как вы думаете, как поступит? Так ты думаешь, он его отпустит? Не исключаю. Не-не-не, его ж тогда попрут. Конечно, я знаю. Вот именно этого я не хочу. Поэтому я сам. Я сам поговорю с Каримовым. Так сказать, по-дружески. А, ты, значит, его хочешь расколоть? Попробую. Слушай, я не пойму. Ты-то что за Сапарова так впрягаешься? Он же твое место занял. Уволят его. Станешь начальником? Я знаю. Я знаю. Да только вот мент он настоящий. И начальник то, что надо. Не могу я так. Дежурный, Каримова ко мне на допрос. Срочно! Ты мне все расскажешь. Ты Асминов? Нет. Где Лейла? Я не знаю. Я тут ни при чем. У тебя дома в тайнике мы нашли фотографии. Кто эти люди на фотографиях? Ты нам врал! Отвечай! Ты нам врал? Да, врал. Но это не про то, что вы думаете. Хоть убить меня можете здесь, но я не осьминог. Кто эти люди на фото? Вас это не касается, господин полковник. Искагов! Отставить! Это что за беспредел? Я помочь хочу. Время тикает. Лейла у бандита, вы этот дуру врубил. Что творишь, Искагов? Мне такая помощь нахрен не нужна! Короче, я тут узнал кое-что. Каримова срочно привести в порядок. А ты объяснитель мне напишешь. Жду вас в кабинете. Я от лица всей полиции приношу вам свои извинения за действия наших сотрудников. И напоминаю, что вы можете написать официальную жалобу. Я не буду ничего писать. Я все понимаю, шеф. Поверьте мне, я правду говорю. Это не я. Ну, в этом нам еще придется разобраться. Гражданин Розалин.
Все-таки раскололи, да? Директора детдома. Так точно. А теперь нам хочется познакомиться с вами заново и услышать уже вашу историю, так сказать, из первых уст. Хорошо. Меня зовут Джохан Уразалин. Мой отец Магзум Уразалин работал на мафию, был адвокатом их. Они тогда орудовали в столице. Я так и знал. Тише, тише, Санжар. Чалгастравирус. Кыскасы. Сол кезде әкемнің жағдайы жақсы болған. Бізде қымбат машиналар болды. Үлкен үй. Потом полиция решила серьезно взяться за криминал. И те, на кого работал отец, решили, что он слишком много знает. Тогда, 10 лет назад, я не знаю, честно, каким-то чудом я просто не сел в эту машину. Родители решили съездить в магазин. Здравствуйте. Пап, ну я не хочу. Ну, сынок, мы же договорились. Там просто футбол показывают по телевизору. А тяжелые сумки мама будет нести, да? Да ладно, ничего страшного. С пакетами разберемся. Спасибо, мам. Ладно, иди. Смотри, смотри свой футбол. Свой футбол. Убийц таки не нашли. Содан? Жалғастыраверіңіз? Содан. Содан кейін әкемнің достары өз тәрбиесіне алды мені. Я это от них узнал, кем был на самом деле мой отец. Для 15-летнего пацана это был шок. Тогда многое не понимал, но понимал одно. Что из-за дела отца убили маму. И тогда поклялся себе, что никогда не буду как отец. Ну, допустим. Жалған құжаттарды жасатуға әкең достары көмектесті ме? Я. Олар детдом директорымен келісіп, сол кезден бастап мен жетім болдым. Потом решил отучиться на полицейского. Так сказать, начать все с чистого листа. Попросил, чтобы меня отправили сюда, в Каратубе. Здесь дед мой жил. В детстве постоянно сюда приезжал, когда был маленьким. Ну а дальше? Дальше вы уже все знаете. Нет. Как раз-таки дальше мы ничего не знаем. Ты рассказал сопливую историю. Если это правда, сочувствую. Но пока это похоже на то, что ты пошел по стопам отца и даже превзошел его. Это не так! Шеф, я вам правду говорю, честно! Поверьте мне! Ладно, ладно. Мы во всем разберемся, я тебе обещаю. Ну а пока пусть посидит. Так точно. Помогите, меня похитили. Меня держат. Нет, нет, черт, нет. Черт. Черт, нет, нет.
Да! Время идет, мужики. А мы еще на не нашли. Да, но, шеф, мы много что нашли. Ну, не то все это, Санжар, не то. Вот чувствую я, что Каримова подставляют. А я чувствую, что это именно он, похититель, он голову нам морочит, зараза. Ну, такую возможность я тоже не исключаю. Стоп! А если мы сделаем вид, что отпускаем его, а сами за ним проследим? Опасно это, Юсупов, опасно. Если Каримов действительно осьминог, он попытается скрыться. А если нет? Ну а если нет, тогда настоящий осьминог убьет и Каримова, и Лейлу. И спустит все концы в воду. В шахматах это называется безвыходная ситуация. Пат. Предлагаю колоть Каримова всеми способами. Забудем на время про принципы. Он расколется. Нет. Нет, я нутром чувствую, что в этой истории что-то не так. Ну, смотри. Директор детского дома рассказал, что историей Каримова интересовалась еще одна женщина. По описанию очень похожая на убитую Тюльпанову. Журналистка копалась в прошлом Каримова? Вот именно. Только директор ей ничего не рассказал. Но это же не значит, что она не могла найти компромат по другим источникам. Так вот, студию Тюльпановой сжег осьминог, чтобы уничтожить компромат, так? Так. Логично предположить, что это именно тот компромат, который искал Каримов. И Каримов – осьминог! Или настоящий осьминог заказывает компромат через Тюльпанову на одного из работников полиции, чтобы подставить. То есть... Опять замкнутый круг. Шеф, был звонок 112. Женщина успела сказать, что ее похитили. Звонок оборвался. Координаты записали? Зарегистрирован на Азата Садыкова. Пенсионера, умершего полгода назад. Местоположение частный сектор за городом. Все, поехали. Погнали, погнали, погнали! Погнали!